Друзья, всем привет! Вот такой экскаватор 2000 какого года он? 2007 года. Вот оператор Ашот заехал с проблемой такой. Короче, потек вот этот гидрозамок на каретку. Вот приехал, я его сдемонтировал, снял. И вот у нас это уплотнение. Вот это на поршень порвано. Надо поменять вот это колечко. Внутри гильзы вот есть повреждение. Вот такой, поэтому у нас сальник порвался. Вот поршень. На поршне тоже видим повреждение. Купили новый ремкомплект. Три сальника. Стоит 2370 рублей. Сейчас мы их поменяем. Но должны понимать, что это не навсегда. То есть когда-нибудь он опять потечет, и надо будет его поменять. Ну, Ашот говорит, что он у токаря закажет. Да, Ашот? Новый поршень, новый гильзу. Токарь изготовит, потому что эта гильза стоит у Caterpillar 50 с чем-то тысяч, да? 50 с чем-то тысяч, а поршень 8 тысяч. Ну, поршень растачивать это вообще, ну вот, легко смотреть, то есть форма его достаточно, ну, понятная и простая. Вот сделано, замок поставили. Оператор забыл вот эту чашку дома, вот она тут есть, чашка вот такая обязательно у вас тоже должна быть. Я поставил такой кусок железа для того, чтобы поршень не выходил больше, чем нам нужно. Потом ее освободит давление, скинет и поставит свою чашу сюда. Все поставил, то есть ничего не течет, вот поршень видно. Все хорошо, уплотнение поменяли. Работа сделана, экскаватор уезжает на работу. Вот такой вот красавец, давайте покажу. 2007 года. То есть и этот, они ровесники. Ровесники, друзья. 432 Е. Ну, получается, 432 он как бы... Ну, достаточно мощный экскаватор, это же не 28-й, поэтому вот такой красавец мы сегодня починили. Опускаем работягу, отпускаем. Правда, плавающего тут нету, то есть есть кондиционер на джойстиках, но плавающего нету. Ну, оператор хочет плавающий поставить, но сам собственник говорит, пока денег нету. Ну, думаю, в скором будущем поставим. Счастливой тебе дороги, дружище, счастливой дороги.